Всем привет, дамы и господа, с вами снова мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и в данном видео я не хочу продолжать записывать прохождение Махия Виллан. В данном видео я хочу поставить жирную точку в этом прохождении и, так сказать, закончить его. Ну, это даже не прохождение, я даже не знаю, ну, мне просто проще назвать это видео прохождением, в этом-то и вся суть. В принципе, в игре мы провели практически 50 дней, за эти 50 дней много чего было прикольного, много было чего не очень прикольного. И знаете что, и почему, собственно, я хочу завершить данное прохождение? По нескольким причинам. Первая причина — это то, что мне, ну, банально разонравилась игра. То есть, с одной стороны, да, у меня был интерес, да, вы меня даже просмотрами подогревали к тому, чтобы я записывал прохождение этой игры. Но, понимаете, последнее время просмотры видео по этой игре чересчур упали. То есть, последнее видео там посмотрело около 130 человек, что преступно мало для моего канала, на котором свыше 19 тысяч подписчиков, реально преступно мало просмотров. И поймите меня правильно, я, конечно, не то чтобы сильно жадный до просмотров, но тем не менее, меня ваши просмотры банально подстегивают и воодушевляют. И когда я вижу, что на канале 19 тысяч подписчиков, а видео по Махии Виллан набрало, ну, последнее, 130 просмотров, у меня появляются невольные вопросы. А нахера мне продолжать, а зачем мне стараться дальше, если все равно это видео, например, посмотрит, ну, от силы 150 человек. Вот какой в этом смысл, скажите мне, пожалуйста. Поэтому я заканчиваю видео по Махии Виллан. И даже, знаете, тут дело не только в просмотрах, а дело в том, что и сама игра мне надоела. Дело в том, что игра играется, как, знаете, как какая-то то ли бета, то ли альфа-версия. Грубо говоря, как недоработанная сырая игра. То есть эту игру нужно отшлифовать. Этой игре нужно добавить баланса. Этой игре нужно добавить контента. Этой игре нужно добавить каких-то более интересных целей, чем просто убивайте 150 жертв, повышайте ваш ранг, там, верность какую-то несите. Это, знаете, такие абстрактные цели, которые вы выполняете просто потому, что больше в игре, по сути, заниматься и нечем. То есть вы в этой игре развлекаете сами себя. И ближайшая по визуальному стилю, по геймплею и вообще по механике игра под названием RimWorld справляется с этой задачей, ну, развлеканием игрока, намного, в два, а то и в три раза лучше, чем Махия Виллан. И поиграйте в RimWorld, хотя бы в ванильную. А если вы поставите на нее модов каких-то реально крутых, ну, я, например, я рекомендую поставить сборку модов под названием Hardcore SK, которая намного в три, а то и в четыре раза усложняет процесс игры, которая делает из игры просто-таки, не знаю, какой-то симулятор выживания, где вам, ну, даже, не знаю, банально обычные вещи там, вы с ними ничего не можете сделать, если у вас нет навыков, если у вас нет каких-то станков и так далее. То есть мод реально очень сильно усложняет игру, и без того сложную игру очень сильно усложняет. И вот если посмотреть на вот эту игру Махия Виллан, то у меня возникают к ней вопросы. Ну почему тут все так просто, почему тут все так поверхностно, где глубина, где детали? Да, концепт интересный, вы строите злобный особняк, в который приходят какие-то жертвы, вы этих жертв заманиваете там какими-то развлекательными элементами, как-то их там стараетесь разделить, и, то есть, как бы, видите, мой особняк построен очень херово, и его, по большому счету, нужно перестраивать, чтобы было реально прикольно в этом особняке жертвы там всякие пугать, их там разделять и так далее. Но я бы это все записывал и дальше. Серьезно, мне не накладно записывать для вас видосы, если бы вы их смотрели в большем количестве, чем сейчас. То есть, да, есть у меня на канале и другие прохождения, тот же Red Faction Gorilla, да, вы можете сказать, да там те же самые 100 с небольшим просмотров, какого хрена ты продолжаешь записывать Red Faction, но не записываешь Махия Виллан? Да потому что мне банально нравится Red Faction, потому что это игра, в которую я играл еще в 2009 году, или когда там, когда у меня был старый комп, и в 20 FPS еле-еле тянул ту игру, но я в нее играл, и мне она очень нравилась. Касательно этой же игры, я могу сказать, что она мне где-то на 5-м или 6-м видео тупо разонравилась. И продолжал я записывать все это дело чисто ради вас. Потому что вы просили, потому что вы писали комменты, типа, ну давай, продолжай, нам интересно, туда-сюда. И в принципе я у вас на поводу шел.
Я ушел у вас на поводу, продолжал записывать это дело. Но я хочу этим видео поставить жирную точку. Больше не пишите мне на касательно Махи Вилан. Больше я по ней записывать ничего не собираюсь. Больше таких вот злых игр, наверное, на канале тоже не будет. Ну, если, может быть, какая-то Dungeons 4 выйдет, тогда да, тогда мы на нее обратим внимание. Ну, в принципе, каких-то там оверлордов и прочую срань можете не просить. Хватит. На канале у меня не только такие игры про злодеев или про повелителей темных. У меня на канале очень много всего, что можно посмотреть, и то, чего вы не смотрите. И именно из-за того, что вы это игнорируете, к сожалению, канал загибается. Ну, а о том, что канал загибается, я уже миллиард раз говорил, о том, что, в принципе, вы всегда могли это дело исправить. Я тоже говорил, нет смысла это продолжать, как бы дальше вам разъяснять. Возможно, когда буду закрывать канал, тогда и сделаю такое вот объемное видео с тем, что во что мог вырасти канал и почему этого не случилось. Так что, в принципе, с Махи Вилан, думаю, мы заканчиваем. Что здесь в игре я не видел, я даже не знаю. Ну, возможно, какие-то, знаете, типа, какие-то комнаты, вот типа компьютеры, исследования какие-то. Да, мы не сделали, но это, знаете, это слишком геморно. Тут в игре не хватает баланса, потому что сделать те же 1000 каменных блоков, пока ты их сделаешь, пройдет целая вечность. И серьезно, как я уже говорил, если взять, например, ту же Махи Вилан, там намного, на порядок все... Ой, Махи Вилан, Рим Ворлд, там на порядок в разы все сделано лучше. И мне кажется, разработчикам этой игры нужно у того же Rim World поучиться. Я не говорю уже брать там, за пример, Dwarf Fortress или там, или за какие-то другие игры, Гномурия, типа, и так далее, да, с непрямым управлением, где вы руководите своей, типа, колонией, поселением и так далее. То есть есть такие игры, реально годные, интересные. И честно, я бы очень хотел позаписывать Rim World, но я боюсь, что вы будете так же херово его смотреть. Потому что я помню, стримил неоднократно Rim World с модами как раз таки Hardcore SK, потому что я в Rim World, ну, не новичок. Я знаю, как что-то работает, плюс-минус. С модами там прям было очень интересно играть, но, к сожалению, на эти стримы приходило 1-2, от силы 3-4 человека. Это было, знаете, ну, несколько обидно, потому что стараешься, реально пытаешься делать что-то интересное, как-то прикольные игры вам показывать, а вы это тупо игнорите и просите каких-то оверлордов, каких-то непонятных игр от меня. Странная, конечно, вы аудитория, но тем не менее. Опять же, повторюсь, с Махи Вилан мы заканчиваем. Это коротенькое видео, чисто такая большая, жирная, злодейская точка в данном прохождении. Мне приятно, что так немало, в принципе, людей первое видео смотрело. Там первое видео, я помню, 1000 с хреном просмотров набрало, вообще приятно. Но если бы каждое видео набирало столько просмотров, я бы, возможно, и дальше записывал Махи Вилан, страдал бы здесь херней какой-то, ну, потому что здесь, по сути, в игре делать нечего. То есть, все то, что сейчас я записываю, пытаюсь растянуть это видео хотя бы до 10 минут, это, по сути, я этим и занимался в игре, поймите, видите, такая вот небольшая ирония. То есть, я сейчас пытаюсь какой-то своей болтологией растянуть видео на 10 минут, и получается то, что в игре последнее, не знаю, видео 4, а то и 5, я занимался тем же самым. Пытался растянуть все это дело, пытался какие-то там движения. То есть, по сути, пытался развлечь сам себя и вас попутно. Потому что, ну, я не просто играю в игру, а еще и записываю для вас. Эх, Махи Вилан. Игра, в принципе, которой исправить баланс, добавить контента. Ну, если вы меня спросите, что ты подразумеваешь под тем исправить баланс. Ну, опять же. Для углубленных исследований требуется 1000 каменных блоков. Это очень геморройно и очень долго все создается. И вот эти вот продвижения по рангам, да, то есть они очень муторные, очень долгие. В игре не хватает прям очень сильно, жестко не хватает динамики. И это я бы в этой игре исправил. А так, в принципе, в ней, ну, даже, знаете, контента в ней даже достаточно. Но исправь, разработчики в этой игре, динамику, сделав ее более высокой и более интересной, я бы, возможно, даже сам проникся интересом к этой игре и немножко дольше бы позаписывал ее. Ой, извините. Ну, а на этом, в принципе, все, дамы и господа. Растянуть видео на 10 минут у меня получилось. Поздравьте меня с этой миссией. Ну, и к игрушке Махи Вилан, или Мачия Вилан. Я не знаю даже, как правильно это читается, но я называл ее Махи Вилан постоянно. Короче, к этой игрушке мы вернемся никогда, так что на этом все. Если вы тут вдруг впервые, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, но смотрите обязательно и другие видео на канале. Дергайте за колокольчик, чтобы он оповещал вас о выходе новых видео на канале, ставьте ваши лайки.
Ну и в группу ВКонтакте по ссылке в описании заходите, там тоже много всего интересного. На этом все. Всем удачи, всем пока.